Всем здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня мы будем готовить блинчики в People Playground. Да, начнем с того, что подогреем нашу сковородочку и то, что вы нажмете на кнопочку подписаться. Да, вот такой у нас сегодня вечерочек романтический, да, под какую-то странную музыку. Берем тарелку или блинницу, даже не знаю, как это называть. У нас яйцо разбилось. Давайте его скребем и положим на тарелочку. Во! Это можно выкинуть. Это, думаю, не испачкалось. Так. Отлично! Просто, ребят, смотрите. Подождите, я тут забыл. Будем махать иногда, чтобы не подгорело. Так, все, выключаем плиту, чуть-чуть ее охладим, чтобы было хотя бы что-то видно. Так, хорошо. Теперь сыпем молочко. Так, поехали. Так. Так, чуть-чуть разнесло по квартире. Ничего страшного. Так. Ой, да что такое? Тесто чуть-чуть попало. Теперь тесто. Поехали. Так, давай выгружаемся. Так, отлично. Это можно удалить. Все, что рассыпалось, можно удалить. Теперь подогреваем нашу плиту. Сейчас это все будем перемешивать. Где музычка? А ну-ка. Элегантный борщик. Это у нас блинчики будут. Я вам обещаю, что они получатся изумительно вкусные и невероятно нежные. Так, перемешиваем. И теперь, ребят, смотрите. Фух. О! Фух. У нас же блинчик готов. Ребята, посмотрите, какой он румяный. Да вы что? Бонжур. Ребята, да вы что? Посмотрите на этот шедевр. Так, подожди, ты уйдешь отсюда. Ух, вообще. А ну. О. Прекрасно. Ну, смотрите, просто. Бонжур. Так, блин, как тут тарелку сделать? Типа из этого тарелку сделать. Все. Так, я сделал тарелку, сейчас мы накормим нашего Боба. Ну что, Боб, ты готов принять мой блинчик? Думаю, да. О, давай. Ну давай. Что он стал у тебя поперек горла? Прожуй его нормально уже. О, молодец, прожевал. Ой, что-то тут мне не нравится. Я отвернусь лучше. Я надеюсь, ты там не на... Что ты сделал, Боб? Ну, молодец. Я тебя поздравляю. Кушай, не подавись. Так скажем, кушай. Держи. Я тебя убью! Что ты такое сделал?